Очень теплый декабрь. Сегодня синоптики поделились предварительным прогнозом на последний месяц уходящего 2021 года. Погода в декабре в Красноярске будет комфортной – минус 10, минус 15 градусов. При этом первая декада окажется аномально теплой. Нас с вами ждут плюсовые температуры. Кроме тепла, жители города предупреждают об ураганном ветре с порывами до 18 метров в секунду. Во второй декаде декабря придет похолодание – до минус 5, минус 10. До конца месяца днем в Красноярске ожидается до минус 5. 15. По ночам, возможно, и минус 20. Прогнозы на новогоднюю ночь даже предварительного пока не дают, но если судить по графикам среднемесячной температуры, то, вероятно, и в праздники на улице города будет довольно комфортно. Минус 5, минус 15 градусов. По декадам, если смотреть, да, то вот начало у нас декабря будет очень теплым. Вплоть до 10 числа, да, постепенно температура, конечно, будет сходить на нет, но вот первые дни будет очень тепло, то есть среднесуточная температура будет значительно отличаться от той, которая у нас считается вот средней нормальной. Пока предварительно, то есть у нас вот до 7 числа есть предварительный прогноз, там ожидаются температуры в основном положительные, около нуля. В 3 числа у нас ожидается потепление до плюс 3, до плюс 5 в городе. Ночные температуры тоже около нуля.